Тибетский макак. Джидзянский природный заповедник провинциального значения Сянь-Сялин находится у истоков реки Тяньтан. Благодаря богатым природным ресурсам здесь сформировалась очень благоприятная среда для существования эндемичного для Китая вида – тибетского макака. Тибетские макаки живут здесь припеваючи. Они то приводят друг другу в порядок шерсть, то сидят вместе в кругу. Особи могут делать забавные движения, чтобы привлечь внимание противоположного пола. Отдыхая и веселясь, тибетские макаки не забывают сохранять бдительность. В группе обезьян всегда есть как минимум один дозорный, который стоит на наблюдательном посту ради других членов семьи и может вовремя заметить потенциальную опасность. Окно в таинственный мир животных, где никто не тревожит его обитателей.